начинаю. Эй, тебе нужно лишь прыгать. А? Можно с вами? Пожалуйста, я суперзвезда пинг-понга. Что у тебя с ртом? У меня зуб шатается. Как удачно! Скажи, соус. Или нет, лучше сосиска. Сосиска. Может, поиграем? Посмотрим, кто теперь победит. Зуб для зубной феи. Какой феи? Ты же его не проглотила? Ваш дантист, доктор Клео. И я помогу найти ваш зуб. Откройте рот, как крокодил. А у вас там темно. Что ж, вашего зуба там нет. Пепе! Зуба нет, только следы завтрака. Если вы не проглотили зуб, то мы найдем его. Клиника. Но если не чистить зубы, изо рта будет пахнуть носками. Но это же камень. Чтоб закрыть щель. Это не зуб, это использованная жвачка? Да ладно, быть зубным врачом классно! Нашел, нашел! Зуб! Ты нашел его! Теперь к нам придет зубная фея. Зубная фея? Да, с крылышками, как у мотылька. Фу, ко мне прилетит мотылек? Если положить зуб под подушку, то фея принесет тебе подарок. Подарок! Фу, мотылек! Надеюсь, он не будет касаться меня своими ножками. Она же принесет подарки! Подарки! Подарки? Я получу подарок! Я иду спать!
Но сейчас еще день. Не спугни фею. Добрых снов. Думаю, нам удалось вернуть ей улыбку. И теперь я знаю, кем я хочу стать. Зубным врачом. Астронавт Клео Базе, мы прибыли. Это неизученная планета. На ней нет жизни и... О, нет! Пришелец-динозавр! Я тебя спасу! Супер Рамона! Ура! Не трожь астронавта, плохой монстр! Хватит, динозавр, отойди! Скорее! Пришелец-динозавр приближается! Нет, уйди! Да! Ты всех спасла! Спасибо, Супер Рамона! Рамона с астронавтом исследует необычную планету. Но внезапно появляется пришелец Йети! И осьминог. Осьминог? Нет! Наши игрушки! Все... Все пострадали. Кайли, как пациент Пинг-Пон? Он рукой ударился. Есть! А теперь навестим пациента Щупальскина. Доктор Клео, мы же сможем их всех вылечить. До последнего. Марлю. Бинт. Вату. Хочешь помочь, да? Спасибо, но тебе лучше оставить ее себе. Бинт? Машинки лечат в мастерской, а не в больнице. Вкусный суп для пациента. А ты хочешь? А если самолетиком? Вкусно. Эй, ты не болеешь. Есть. Та-дам! Им всем лучше. Быть доктором классно.
здоровы и готовы играть. Здорово! Да! Нет! Какой хороший был день! И что лучше всего, что теперь я знаю, кем я хочу стать! Доктором! Готовы идти? Конечно! Отличная идея сходить! А куда мы идем? Ну, на балет! На балет! Мы идем на балет! Ты так взволнована? Взволнована? Это лучший день в моей жизни! Мы идем на балет всей семьей! Ой! Ну, кроме тебя! Болею! Бедняжка! Но мама с папой за тобой присмотрят, а мы тебе все расскажем. Муа! Не грусти! Мы идем на балет! Болею! Да, это скучно. Но чтобы поправиться, тебе нужно быть дома. И к тому же... Чешется, чешется, чешется! Не чешись! О, и, конечно, лучшее лекарство – поиграть со мной. Мы придумаем что-нибудь веселое. Ну, мы идем. Что? Ничего, просто у тебя что-то на лице. Нет, скажите, что они нарисованы. Чешется, чешется, чешется. Заболела. Кошмар! Трагедия! Теперь я не могу пойти на балет! Эй, все не так уж и плохо. Ты ведь любишь выделяться. И теперь ты выглядишь очень оригинально. Вся в горошек. Я не могу пойти так на балет! Сейчас все равно повеселимся. Пора играть. Быстро, в сумку-панду. Юбки, пачки. Все вставайте на цыпочки и давайте танцевать. Эй, ку-ку, у меня ветрянка. Ха-ха, не у тебя одной. Если ты не можешь пойти на балет, балет придет к тебе. Добро пожаловать в национальный балет Клео. Прости, национальный балет Клео и Кукина. Ты. И ты в балетных пачках? Здорово. Да, так круто. Ух ты, что за танцор? Но кто же тогда поставит сцену? Что ж, кто-то же должен это сделать, так? А я так хотел потанцевать. Что поделать? Да,
а мы займемся танцами. И раз, и два, и плие. Опа! Акробатический балет? Классно! Вау! Ух ты, ты похож на ромашку. Да, ты не умеешь танцевать, но ты станешь лучшей частью постановки, нашим церемонимейстером. Труппа, пора репетировать. Садись. Я в первом ряду, рядом с Пинпоном и Рамоной. Мартышка, что у нас по программе, Кукин? Озеро. И лебедь. Лебединое озеро. Угу. Представление начинается! Вы чего? Разве ты не хотела сходить на балет с семьей? Этим мы и занимаемся. Вы просто невероятные! Вы лучшие братья и сестры в мире! Святая корова! Мы не коровы, мы дети! Смотрите, смотрите! Чешется. Теперь у нас у всех ветрянка. Но знаете что? Теперь я знаю, кем я хочу быть, когда вырасту. Балериной! Рамона, их так много. Рамона. Тебе лучше, Рамона? Ого, как ты чихнул. Не хотелось бы, чтобы ты простыл. Нет, Рамона! Рамона! Вон там! Помидоры! Кролик! Там! Да, это крошка-кролик. Ей больно, она не может прыгать. Бедняжка. Скорее, сумку-панду! Пластырь, бинты, термометр!
доктор! Поможем кролику выздороветь! Ровно. Посмотрим, что с лапкой. Не волнуйся, больно не будет. Готово! Скоро сможешь снова прыгать. Посмотрим, нет ли температуры. Ты почти здорова. Заботиться о кроликах классно. Вернуться в семью. Мне тоже грустно, призрак. Но я нужна к родителям. И я уверена, она вернется к нам. И лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Ветеринаром! Моя машинка, олей, пришла с вопросом, олей. Хотела бы я, олей, проехаться бы на ней. А я сказала, олей, кружится голова. Ты мой дружочек, олей, машинка мне говорит. Тогда за руль не садись, тогда за руль не садись. А в имени Кукин всего 5 букв. К, У,
закружится голова, закружится голова. Ты мой дружочек, Олей, машинка мне говорит. Тогда за руль не садись, тогда за руль не Бассейн – это здорово. Оставайся, пока не поправишься. Вы будете веселиться без меня? Все самое интересное происходит снаружи. Кали, балет. В доме тоже много интересного. У нас будет день магии. Но пока тебе нужно вернуться в постель. Пора играть. Скорее, в сумку-банду. Книга, волшебная палочка, очки. Сколько пыли. Волшебной пыли. Я великий волшебник Клео, а ты будешь моим помощником, Кукин. Какой фокус сделать первым? Этот. Я сделаю тебя розовым. Хорошо, тогда превращу тебя в жабу. Тебе ничего не нравится? Мы сделаем вот что. Смотри, учись. Сколько пальцев ты видишь? Смотри внимательно. Ты уверен? С первого раза. Видишь, я великий фокусник. Даже книга так считает. Ха-ха! Палочка моя! Привет! Кайли? Вы уже показываете фокусы. Мы еще не поставили сцену. Но скоро все будет. Магия. Не торопите. Это ты сделал? Шоу начинается! Дамы и господа, приготовьтесь восхищаться волшебными фокусами. Для начала я заставлю помощника Кукина исчезнуть. Здесь ничего нет, и здесь ничего нет. Та-да! Та-да! Что? Я сказала исчезнуть? Вообще-то я собиралась раздвоить его. Раз, два, три, четыре. А-а-а!
Мне кажется, тебе нужно коснуться палочкой настоящего. Та-да! Отдай это мне! Это я, фокусник! Волшебство. Ух ты! Еще! Готов показать еще? Тогда продолжаем. И самое классное то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Фокусником!